Всем привет! С вами Константин, и вы на канале «Стройгарант Анапа». Сегодня нашей командой мы встречаем наших новых жильцов, которые приедут принимать сразу два дома. Это две сестры Резида и Роза. Они купили у нас в «Жемчужине» дома по улице Цыбана 49 и Цыбана 51. Мы их ждем. Они должны приехать с минуты на минуту. Роза, Резида. Здравствуйте. Вот и настал этот долгожданный момент, когда приехали принимать свои дома. Руслан, приветствую. Анатолий, приветствую вас. Хотим от нашей компании вам, Роза, вручить вот такие сладкие подарочки. Очень мило. Да. Спасибо. Пожалуйста, это вам такой букет из шариков. Все, поздравляем вас. Спасибо. Спасибо большое. Заходите. Ну, своих яблок, там, конечно, своих абрикосов, вот, клубничку, ну, да, персики это обязательно. Прям, я говорю, все отлично. Сейчас дай выход. Все, с этим настроем так и надо. Да, все отлично, все хорошо.